Всем привет! Сегодня на обзоре у нас вот такой очередной, скажем так, новый загонник от компании Discovery. У них произошла какая-то там перетрубация, что ли, и они теперь называются Discovery Opt. Я это сказал Discovery Opt, да? То есть, когда спросят у вас, а какой у вас прицел? А можно сказать Discovery Opt. Ну, как-то вот такая вот темка. Давайте сделаем такой разбоксинг вот такой вот коробочки. Что мы тут имеем? Значит, мануальчик у нас на английском языке. Ну, в принципе, тут особо такого ничего нету. Самое интересное ждет дальше. Значит, вот здесь у нас вот такая вот фирменная такая бумажечка. У нее вот здесь вот характеристики всевозможные. Тут написано, значит, компания Discovery Opt. Значит, стеклышки здесь ED. Кратно здесь 1,8 на 24. И что самое интересное, это загонник в первой фокальной плоскости. То есть, если в основном там у нас там какие-то идут ну, там дальние какие-то прицелы, да, там 3,12, там, я не знаю, там 4,16, там и больше, да, кратность. То есть там, да, понимаю я, там первая фокальная плоскость, хотя я ее не люблю, но на любителя. Здесь загонник. Загонник первой фокальной плоскости. Но я бы, наверное, сказал, что загонник в первой фокальной плоскости, наверное, не сильно такое правильное и удобное решение. Но есть один очень интересный момент. Когда вы делаете в минимальной кратности, то есть на единичке, у вас происходит, что вы видите, грубо говоря, вот так, и вот тут по центру что-то. Что-то, да? Значит, для того, чтобы вам стрелять далеко, вы никогда не будете делать там вторую, третью, четвертую. Обычно делать как? Минимум, максимум. Когда вы выкручиваете на максимум, у вас появляется, во-первых, вот эта точка, которая посередине, она у вас открывается в баллистическую сеточку. Раз. Вверху у вас появляется, я буду вставлять фотографии, вверху у вас появляется такая дальномерная шкала. То есть такое очень интересное решение. Давайте пойдем дальше. Значит, тряпочка. Тряпочка здесь обыкновенная салфетка, насколько я вижу. На полиэтиленчике, значит, такой вот пакетик фирменный. Хотел только что сказать, что это, но нет. На самой бумажечке здесь не написано, здесь выдавлено. Знаете, как оттиск. Написано Discovery, там тыры-пыры, растопыры. Поехали дальше. Вот такая вот коробочка, сейчас сразу покажу. Смотрите, вот это вот, вот такая резина. То есть это не какой-то поролон, это резиновая упаковка, скажем так. Все проштамповано. Очень плотно сидит прицел, я пока отложу его. Покажу, что тут еще идут. Вот тут вот комплект колец идет. Сразу еще добавлю, что здесь труба идет 34-я. 34 миллиметра, соответственно, колечки тоже такие. Может быть, кто-то скажет, что с колечками как бы проблема. Нет, ребятушки, сейчас уже с ними не проблема. Даже на нашем любимом сайте, значит, с большими возможностями AliExpress, такие колечки именно под такой диаметр, их уже очень много по высоте. Если раньше они были только высокие, сейчас они разные есть, и моноблоки есть, и кольца, и алюминиевые они есть, и даже металлические, стальные, что я рекомендую на такой прицел, потому что прицел, в принципе, имеет вес 685 грамм, длину он имеет 267 миллиметров, я ТТХ все подвешу, можете остановить на паузу, все это дело потом посмотреть. Вот, и значит, ударостойкость у него заявлена до 1,5 килограмм. То есть ударостойкость здесь сумасшедшая. Можете вешать смело на там 338 или там на какие-то 300 Винмаг, он будет все это спокойненько держать. Значит, отстроечка у него идет 1/4 МОА, поправочки, значит, один клик. И значит, так, а релиф у него заявлено в зависимости от кратности 96-88. И стекла ED. Ну, интересное решение. Интересное решение. Так, значит, что он тут написано, значит, вы можете уронить это все дело в воду. Вот. И, значит, на глубине 1 метр
может полчаса этот прицел там лежать. Пробовать испытывать не будем, поверим. Значит, что еще есть? Есть у нас такая блендочка. Я так понимаю, это чтобы засветки не было солнечной, да? И она тут идет с резьбой внутри, то есть к нее еще можно вкрутить, но ее в комплекте нету, так называемый kill flash, да, такая как соты такие. Ее в комплекте нет. Давайте снимем вот этот полиэтиленчик, пакетик вот этот. Вот такой вот у нас интересный прицельчик. Он цветом идет. Я смотрю, что форм-фактор очень сейчас знакомый. У многих производителей появился именно такой форм-фактор, напоминающий, не буду говорить, какой знаменитый, значит, прицел какого производителя. Значит, у него здесь все это газозаполненность. Вот тут у него стринги. На любителя, опять же, скажу, эти стринги. Вот такой у нас получается прицельчик. Такого цвета интересного. Здесь написано Discovery, ёпт. Значит, здесь у него ED. Стеклышки 1.8.24 IR. Ну, здорово. Очень здоровский прицел. Довольно-таки жесткая трансфокатор вот этот. Изменение кратности. Здесь все как обычно. Отстройки диоптрии. Сейчас покажу. Что мне еще нравится, я всегда говорю, по крайней мере на загонниках, да, вот это вот, желательно, чтобы было пониже, вот эти барабанчики, и чтобы они были закрыты. То есть отстроил, закрыл и забыл. Никто не будет их там крутить, что-то как-то. Значит, довольно такие внятные щетки и щелчки. Прям реально, ну как бы вот специально на микрофон делаю, очень такие внятные, четкие щелчки. Значит, все это циферки. Здесь написано up, стрелочка, прям на корпусе. Здесь написано right, стрелочка. То есть вот здорово, вот настолько все вот здорово. Хотя, в принципе, что говорить, это Discovery. В принципе, компания, которой, в принципе, можно доверять и по стойкости, и по качеству стекол. Значит, что мне еще тут понравилось? Значит, подсветка. 6 степеней подсветки, и у них есть промежуточные. Промежуточные какие-то шкалы. То есть не надо крутить полностью, да? Довольно-таки глубокое стекло, но вот как вот для меня, для моего зрения, да, ну вот я больше люблю вторую фокальную плоскость и более плоскую картинку я люблю. Здесь прям вот смотришь прям реально. Во-первых, вот тоже довольно глубокое такое видение получается. И вот даже без оружия вот довольно легко вот хватаю я ее. То есть вот просто, вот, ну знаете, как бывает, что там луну ловишь, там вот хлоп, уже все поставил. Довольно широкое поле, довольно все четко. Довольно тоненькая сеточка, вот довольно тоненькая сеточка, причем вот эти боковые и нижние довольно толстые, то есть на минимальной кратности можно даже не заморачиваться в эту тоненькую сеточку какую-то, даже не включая подсветки. Вот сегодня солнечный день, но я не могу сказать, что прям подсветка такая, что прям глаз выжигает в солнечный день, да, как вот у коллиматора, скажем, но ее довольно-таки хорошо видно. А когда увеличиваешь кратность, знаете, тоже мне вот что тут понравилось, на увеличенной кратности, когда сетка увеличена полностью и включаешь подсветку, получается вот реально, я такого не видел, потому что даже вот сама точка по центру, она прям такая развернутая стала, ее очень хорошо видно, баллистическая тут такая елка, как я ее называю, да, вот, а вот когда в полной темноте смотришь, вот эти палочки, которые, да, вот слева, справа и нижние, они подсвечиваются тоже, но они подсвечиваются не полностью, а как по краю. Вот такое решение реально я как бы не видел ни в одном прицеле. Ну, здорово. И вверху у него такая дальномерная шкала, то есть ставится туда, скажем, какая-то, ну, я так понимаю, что это, скорее всего, с боевого прицела сделано. Я так думаю, что это с Вортекса, наверное. Такая сеточка. То есть определяется расстояние и очень получается такой интересный прицельчик. Вот. Ну, а что касаемо его интересной цены. Сейчас как бы понятно, что цена поднялась. И на Алиэкспрессе он стоит, скажем, какой-то определенной суммы. Но я вам скажу, где можно взять его дешевле. Где-то процентов на 25, по крайней мере, пока. Я ссылочку на магазин Авито укажу, значит, под этим видео. Довольно-таки
довольно-таки интересный поставщик, честный. Вот, можете смело заходить. Какое-то количество этих прицелов есть. Плюс ко всему, он постоянно работает с многими китайскими поставщиками, и у него очень часто появляются интересные предложения по разным прицелам. Но в данный момент у него очень интересное предложение по вот этим вот конкретно дискаверям вот этим вот. В общем, вот такие вот, какой-то интересный такой прицельчик. Я бы сказал, мощненький такой. Мощненький. Я думаю, что он имеет право на то, чтобы владели этим прицелом, особенно если вопрос не стоит только, скажем, о какой-то сайге 39 калибре, да, если кто-то там на випря там хочет поставить, там на тигра, решение очень здоровское, посмотрите, как он здорово смотрится, реально, реально прицел супер. В общем, ссылочку, повторюсь еще раз, на магазин Авито я укажу под видео, заходите, смотрите, списывайтесь с продавцом, и, как говорится, кто первый, тот успел. А кто не успел, тот, как говорится, берет дороже. На этом я с вами прощаюсь. Не болейте, не кашляйте. Подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока.